готовит салат, который называется метла. Этот салат избавляет организм от лишней зашлакованности, выводит ненужные токсины, которые оседают в кишечнике по причине плохой экологии, неправильного питания и недостаточно здорового образа жизни. Этот салат – один из самых щадящих и полезных способов очистки кишечника. Это вкусный витаминный салат. Этот салат, как веник, очищает организм. В салате содержится очень много полезных витаминов и клетчатки. Чтобы ощутить эффект, нужно на протяжении недели ужинать только этим салатом. То есть, вместо любого приема пищи на ужин, принимать этот салат. После ужина ничего не есть, можно только пить воду. Салат состоит всего лишь из трех ингредиентов. Все они должны быть свежими, а не консервированными и не подвергаться заранее термической обработке. Свеклу и морковку натереть на крупную терку. Капусту нашинковать. Капусты должно быть минимум в 2 раза больше, чем других овощей. Все овощи соединить, помять руками, чтобы пустил сок. Заправить салат подсолнечным маслом нежелательно. Можно сбрызнуть свежим лимонным соком, либо немного нерафинированного подсолнечного масла. Можно добавить овсяные хлопья, только яблоко, семена льна или что вы еще себе там подумаете. Придаст свежести всему внешнему виду. Не рекомендуется этот салат, если вы недавно принимали антибиотики, а также нежелательно тем, у кого повышенная кислотность. Всего за несколько минут салат готов. Я добавила еще семена льна. Конечно, кто не может соблюдать таких строгих правил, может дать себе немножко подсолнечного масла, немножечко капельку высолить. Но в идеале он не должен ничем заправляться и соли там быть не может абсолютно. Кто хочет, может для вкуса еще добавить немножечко лука или чесночка. Ну, это уже на ваше усмотрение. Ну что, приятного всем аппетита. Будьте здоровы.